Заводы Скаро. С этим именем на европейском рынке лакокрасочной продукции связывают безупречное качество, высокие стандарты экологической безопасности и эффективности производства. Предприятие входит в состав международной группы компании Скаро Групп AB Шведен. На заводе производится более 200 наименований интерьерных, фасадных и структурных красок, декоративные шпаклевки, акриловые эмали, деревозащитные средства и лаки, грунтовки собственных торговых марок Скаро, Аура, Ауравуд, Капрал, Гровер. Аура Люкс Про Экстрамат от Эскаро. Стены часто подвергаются бытовым загрязнениям. Их приходится время от времени мыть. Поэтому при выборе краски большинство из нас отдает предпочтение краскам, устойчивым к мытью и к стиранию. Такие краски, как правило, имеют выраженный блеск. Матовые же краски в большинстве своем имеют лишь устойчивость к влажной уборке и невысокую стойкость к стиранию. К тому же после мытья поверхность, окрашенная обычной матовой краской, сильнее блестит. Такой эффект называется глянцевание. Он является вполне нормальным для матовых красок. Но что же делать тем, кто хочет получить матовую поверхность, стойкую к мытью и стиранию? Выход есть. Аура Люкс Про Экстрамат. Это совершенно матовая краска, особо прочная к мытью. Такая краска используется для окрашивания потолков и стен в помещениях с нормальной влажностью и высокими эксплуатационными требованиями, а также там, где требуется многократная влажная уборка. Жилые и офисные помещения, кухни, коридоры, фойе, места общественного пользования, лестничные клетки. Краска Аура Люкс Про Экстрамат обладает превосходной адгезией и легко распределяется по поверхности, обеспечивая малый расход при сохранении высокой укрывистости. Поверхность, окрашенная Люкс Про Экстрамат, приобретает приятный, глубоко матовый бархатистый блеск. Краска Люкс Про Экстрамат имеет первый класс стойкости к мокрому и стиранию. В состав краски входят добавки, способствующие легкому удалению загрязнений с поверхности. Краска Люкс Про Экстрамат выпускается в двух базах для удобства тонирования. Белая база, иначе база А, используется в нетонированном виде или применяется для тонировки в светлые пастельные тона. Прозрачная база, база TR, используется только в тонированном виде и предназначена для тонировки в темно-насыщенные цвета. Система тонирования Escara Color позволяет получить более 16 тысяч цветов и оттенков краски. Возможность получения такого количества цветов и оттенков поможет воплотить в жизнь самые смелые цветовые дизайнерские решения. Краска наносится валиком, кистью, распылителем. Для нанесения краски Экстрамат лучше использовать валик с шубкой из натуральной овчины с длиной ворса около 12 мм. Преимущество бархатисто-матовой краски Аура Люкс Про Экстрамат перед моющими красками с блеском заключается в том, что Экстрамат за счет своей матовости визуально скрывает незначительные дефекты и неровности поверхности, в то время как краски с блеском могут такие дефекты подчеркивать. В отличие от обычных матовых красок, Экстрамат не глянцуется при мокром стирании. Экономный расход, превосходная стойкость к мытью, способный скрывать незначительные дефекты поверхности, благородный бархатисто-матовый блеск краски – все эти качества объединяет в себе одна краска – краска Aura Lux Pro Экстрамат.